Приветствую вас на нашем канале. Меня зовут Олеся, компания Архибис. Посылку разворачиваем от торговой марки Коляровая. Делала я закупку у них по бисеру. И вот, смотрите, наклеили обережно крехке, что там очень любопытно. Но, в общем-то, они мне сказали, что отправили в подарок на обзор схемки из новой коллекции. Сейчас мы посмотрим, и все это добро мы сможем с вами потом разыграть. Так. Я уже в другом видео вам буду показывать распаковку посылок, ну, посылок и других, не только от Коляровой. Там от Коляровой у нас приехал бисер, от Коляровой заготовки, ну, ваши заказы приехали, да. И у Коляровой там сейчас акция по бисеру, но это больше скорее оптовикам будет интересна эта информация. Я вам тоже потом озвучу, как буду... как буду снимать видео по бисеру. И переходим к обзору схемок. Значит, смотрите, вот эту вот первую, ну, вообще, я уже сказала, да, что это все новинки Колярова нам отправили. Вот эта первая схема, я ее уже вытащила из пленочки, она идет на розыгрыш между подписчиками нашего канала, то есть для участия в розыгрыше пишите «Участвую, подписка на наш канал обязательно». И хочу обратить ваше внимание, что Колярова оплачивает доставку этой схемы в любой уголок мира. То есть, где бы вы ни проживали, не стесняйтесь, пишите, торговая марка Колярова доставку вам оформит, в общем, за их счет. Да? Так, вот эта схема разыгрывается сейчас между подписчиками, и идем дальше. Теперь, а вот эти уже все остальные схемы идут на розыгрыш в нашей группе в Фейсбуке. Тоже вот эту развернем, посмотрим. Ну и принимать участие может каждый участник группы, уже по желанию, да, кто хочет, кто не хочет. Давайте смотреть, это у нас А2 формат, вот, Атлас. Атлас такой уплотненный, да, вот. Так, поехали дальше. Давайте посмотрим, что тут с считаемостью. Ну, я должна сказать, что, знаете, атлас такой вот, как матовый, нету такого яркого, сильного блеска у него. Видите? Символьные значки, да, очень хорошо. Смотрите, здесь все четко мы видим, конечно. Разделительные значки есть, да. Так, вот так, в общем, положу ее. И посмотрим, смотрите, ключ они дают. Девочки, большая просьба, напишите, кто вышивал заготовки по ключу от Коляровой. Дело в том, что я комплектую бисером, и еще пока я не меняла ключи, да. Вот, то есть комплектовала все четко по ключу производителя. Честно вам скажу, мне не совсем нравится то, что они предлагают. Ну, в каком плане? Я не говорю, что это плохо, это просто не мой вкус, да. Я люблю больше стекло, я уже об этом говорила. Так. Вот, ну, вообще вот в зелень люблю больше стекло ставить. Ну, здесь керамика и стекло у них есть. Ну, это, к примеру, из этих. Вот, но я смотрю, девчонки выкладывают в Фейсбуке отшитые работы по ключу Коляровой. И вы знаете, очень даже хорошо они смотрятся. Панно 053, это у нас габардин. Вот, подклеен флизелином. Габардин. Поближе. Поэтому и хочу вас попросить, напишите, что там относительно ключей, кто вышивал именно по ключу производителя. Ну и девочки, те, кто у меня брал наборы, вы, в общем-то, вышиваете именно по ключу производителя. Так что как раз напишите, расскажите, что там. Так, дальше здесь у нас габардин, но эту я уже разворачивать не буду. Сирень поближе посмотрим. Маки любимая тема, маки у окна. Этот сюжет есть у очень-очень многих производителей. А3-203. И ключик. Дальше. Значит, смотрите, это у нас панно, не буду разворачивать, вот здесь немножко только свернуто, видите.
А3 плюс формат и атлас. Ну, с читаемостью я вижу, что довольно-таки хорошая читаемость. Все хорошо видно. Четко видны разные цвета, да. Ну, а вы, в общем-то, напишите свое мнение относительно новиночек этих. Это габардин. Кстати, у них все заготовки А+. Все заготовки можно заказать как на атласе, так и на габардине. Единственное, что там цена разнится. Атлас дороже идет, да, а габардин дешевле. Частичная зашивка. Небо, небо, получается, речка. Здесь горы не зашиваются, да, зашивается зелень. Потом А3+. Поближе. Тоже габардин это у нас. Ну и ключик вот дают. Дальше это атлас, пионы, тоже пионы, любимая тема. А3 формат, и здесь частичная зашивка. Зашиваются пионы, и получается столик вот этот зашивается, а фон не зашивается. И последнее это ромашки. Тоже красивые ромашки, тоже любимая тема. Атлас. Все, в общем, у кого есть желание, принимайте участие в розыгрыше. Организаторам торговой марки Колярова большое спасибо за предоставленные подарки. С удовольствием посмотрели. Я думаю, что девочки с удовольствием будут принимать участие в розыгрыше. Все, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.